Привет всем! Израильские ученые первыми в мире напечатали живое сердце на 3D-принтере. Орган размером около 2,5 сантиметров из ткани человека аппарат создавал более 3 часов. По словам исследователей, этот эксперимент открыл путь к медицине будущего, когда врачи смогут печатать людям новые органы, а пациентам больше не придется ждать пересадки и принимать лекарства. Сердце, напечатанное на 3D-принтере. Не имитация, самое настоящее, живое. Прорыв, который медицинская наука ожидала, произошел даже раньше с помощью вовсе не медицинской техники. Первыми в мире напечатали сердце израильтяне в лаборатории профессора Таля Двира в университете Тель-Авива. Это первый раз, когда печатается целое клеточное сердце с кровеносными сосудами. Они получили биочернила и для сердца, и для сосудов, а затем использовали 3D-принтер для печати целого органа с сосудистой структурой. Следующим этапом является созревание органа в лаборатории, рассказал Таль Двир. Впервые удалось и столь детально воссоздать сложную геометрию сердца. Теперь малыша, а размеры этого экземпляра всего несколько сантиметров, нужно в буквальном смысле слова научить основным навыкам работы. В течение месяца ученые будут помогать клеткам учиться взаимодействовать друг с другом, чтобы получить синхронные сокращения и прокачивающую способность. Но есть еще один важнейший прорыв. Исходный материал для 3D-печати тут использован самый что ни на есть аутентичный. Впервые мы напечатали образец из клеток самого человека. Все сердца, которые были напечатаны до сих пор, насколько нам известно, были сделаны из синтетических материалов, которые не относятся к телу самого пациента, пояснил аспирант университета Тель-Авива Надав Ноор. Биоматериалы, полученные из жировой ткани человека, были преобразованы в стволовые клетки сердечной сосудистой мышцы, а затем смешаны с соединительной тканью. Все это означает, что в будущем пациенту больше не придется долго ждать донорского органа. Его напечатают при нем, прямо в больнице. Не придется и принимать сложное лекарство для предотвращения отторжения чужеродных тканей. У каждого смогут появиться запасные органы из собственных клеток. В лаборатории Двира уверены, уже через год можно вести речь о пересадке этого экземпляра сердца крысе или кролику. А через десяток лет сделают и подходящий для человека. Делитесь мнением в комментариях. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк сверху. До новых встреч, мои хорошие!